Привет, это канал «Предприниматель взлет», меня зовут Ольга, и в этом видео мы с вами будем смотреть коллекцию аксессуаров Violet. Это набор ожерелья и серьги в подарочной коробочке и набор браслетов. Оставайтесь со мной. Ожерелья и серьги продаются набором и вот в такой вот красивой лиловой коробочки с очень таким милым весенним романтичным принтом. То есть отдельно купить вы это не можете. Лилово-богемский хрусталь в золотисто-матовом металле. И вы видите, насколько это изящно выглядит. И, наверное, это на самом деле хрусталь, потому что безумно красиво переливается. Я думаю, при вечернем освещении будет смотреться очень нежно, очень изящно. И подойдет для людей, которые любят очень такие тонкие, изысканные аксессуары. Давайте же рассмотрим. Очень тонко, изящно. Цепочка, длина ее 42 сантиметра плюс 6 сантиметров дополнительно. То есть это не длинная цепочка, она не будет у вас висеть до талии, это вот буквально такой камушек на вашей шее. Я думаю, что очень подойдет молодым девушкам. Давайте посмотрим, как это будет выглядеть на шее. Вот такой вот красивый хрусталик богемского хрусталя может украсить вашу шею. Мне кажется, смотрится изящно и на каждый день очень-очень красивый набор. Давайте посмотрим серьги. Тоже золотисто-матовая оправа и с обратной стороны очень интересная выделка. Прямо какой-то графический рисунок. Компания Oriflame любит нас в последнее время радовать вот такими вот выбитыми рисунками на своих аксессуарах. По-моему, было такая серия Афины. Вот в Афинах тоже мы видели вот такую отделку. Это никто не видит, но это вот красиво выглядит и радует самообладательницу. Тоже мы видим, что это изогнутая дужка и вот такой вот силиконовая такая заглушка на этой дужке, чтобы вы не потеряли, особенно если длинные волосы, чтобы это у вас не соскочило, и в то же время это не железный гвоздик, да, то есть ее совершенно не будет видно на вашем ухе. Вот вы можете видеть, как серьги выглядят на ушах. Также в эту серию входит набор браслетов Violet. Это два изящных браслета, золотистые и серебристые, украшенные кристаллами. Очень интересная застежка крючок и диаметр 6,1 сантиметра. Давайте покажу вам, как это выглядит на руке. Потому что я люблю вообще, когда в украшениях сочетается золото и серебро. У меня есть украшение дома из венецианского богемского стекла. И вот там именно сочетание золота и серебра. Видите, что застежка не очень удобно застегивается. Но при этом, я думаю, это будет очень хорошо зафиксировано у вас на руке. И, по крайней мере, застегивать легче, чем вот обычную цепочку застежку, да, вот, к которой мы привыкли. Вот такие вот два браслета Violet. Очень изящные и тоже украсит любую девушку. Если вы любите стильный дизайн, то эти украшения с кристаллами из богемского хрусталя должны быть вашим выбором. Будьте эффектными и, конечно же, подписывайтесь на наш канал, чтобы смотреть новинки компании Oriflame вместе со мной. Пока-пока!